Появилось видео применения авиабомбы разовой кассетной Шоап-05. Это бомба-емкость, бочка из тонкого металла, наполненная суббоеприпасами в виде шарообразных гранат. Каждый такой шар граната весит 417 грамм, наполнен 300 штук шариков, как в подшипнике, калибром 5,5 мм, взрывчатка ТГ-30х70, тротил гексоген 70 грамм, эквивалент 150 грамм тротила. В гранате F1 60 грамм всего тротила. Тип взрывателя ударно-инерционный АВ-281. РБК-500 Шоап-05 500 кг весом сделал добряк СССР в 60-х годах, снаряженная суббоеприпасами. Кассетная крылатая планируемая авиабомба. Россияне кидают с расстояния и они планируют к цели. Они боятся летать над линией фронта. Средняя площадь России, если сработает на нужной высоте, 560 на 640 метров. Шоап. Кассеты, большое количество гранат, 565 штук из одной бомбы.